Всем доброе-предоброе утро. На море шторм. Это очень плохо. Вода будет ледяная. И не знаю, нагреется она или не нагреется уже для меня. Потому что в это воскресенье была вода теплая, такая хорошая. Хотя шторм передает только на сегодня. Может быть, она не совсем сильно смешается. Потому что при шторме вода смешивается, верхний слой с нижним, и становится вода леденющая. Вот. Ну, посмотрим, что гадать-то, правда? Посмотрим. Так люблю за окнами наблюдать. Вот это в собственности. А вот там, где надо мной, над моей парикмахерской, там сдают каждую неделю. Туда немцы приезжают, англичане. Немцы вообще любители выпить. Пипец, молодежь, они приезжают только сюда для того, чтобы поквасить. А там над моей парикмахерской вообще бассейн. Вот они там орут, песни слушают. В общем, мне-то, конечно, по барабану, потому что я здесь отработала и уехала, а вот жители... Но в этом году что-то как-то спокойно. А вообще было прям трэш было раньше. Она пошла я работать. Что он тут стоит? Такой ветроган поднялся. Все летает вообще. Двери все туда-сюда. Ох! Пипец. Там тоже все летает кругом. Все хлопает. Блин, а у меня двери открыты дома. И окна. Дома, наверное, тоже все летает. Снег кружится, летает, летает. Я сейчас поеду в Меркадон, у меня ни клочка туалетной бумаги, представляете? О, блин, стены у меня тоже отваливаются. Пипец, эта влажность тут вообще. Приехала в Меркадон, а тут ни одной тележки нету, представляете? Сейчас спучусь вниз за тележкой. Там вообще как... А я еще поднималась, говорю, не буду брать тут тележку, там возьму, вообще нету. А здесь нет ни такой, ни ручной, никакой. Вообще, в поисках тележки вообще. Паркинг. Пенсим, откройся. Пенсим, отдайся. Ты не будешь. И не... Тут большие все, или есть маленькая одна там. По-моему, вижу маленькую одну. Хожу туда-сюда, как дурак. Вот есть маленькая. Люблю такие маленькие тележечки. Все. Мочало-мочало. Начнем все сначала. Дубль 2. Ветрище такой у нас. Шторм схерашит. Страсть. Так что, может быть, даже на этом году сезон для меня закрыт. Да, все может быть. Да, ты. Так, идем. Быстренько закуплюсь домой кушать. Время позднее, сегодня задержалась. Пробежимся немножко по моим покупкам. И буду готовить кушать. Время уже дофига. А у меня еще нифига нет ничего. Вот такие вкусняшки для Чарли купила. Евро 19 стоит. Одну ему дала в машине. Ну не зря же он меня там сидит и ждет. У нас ураган еще так, у меня все летает вообще. Так, евро 79, вот такой этот. Знаете, мне всегда, вот я каждый раз как хожу, всегда покупаю. Я люблю, чтобы белье пахло. Ну, а чтобы пахло одним колбачком, как написано, это ничто. Нужно лить там, в общем, нормально лить. Евро 79 стоит. Молоко 58 центов стоит, полуобезжиренное. 7 деснота, да, это значит полуобезжиренное. 58 копеек. Арчата 89, это вот такой вот. Напиток из корнеплодов. Так. 5 хлеба вот такого вот. Цельнового зерна. Цельнового зерна. В общем, интеграл стоит у нас евро. 5 штук. О как. Смотрите, что творится. У меня там белье висит. Висело с утра.
Я вообще потом вам расскажу, что за прикол у меня был. С бельем. Так, салфетки вот такие вот взяла. Ну, вернее, не взяла, они у меня всегда есть. Муж сказал, одну ему надо в машину, поэтому взяла две. Они у нас по евро, 5 стоят. Да, вот евро 5. Закончилось на утренние тосты. Варенье это из сливы, сливовое что-то захотелось. Не знаю, она у нас евро стоит. Кефир евро 40, пол-литровый, вот такой мне нравится, Меркадоны. Евро 40 кефир, так что дальше. А, это крахмал из, кукурузный крахмал, выпечки там, хирипечки, блинчики я из него делаю, очень вкусные. 69 центов чай ройбуш взяла, сливы тоже очень вкусный. 99 копеек печуга, значит, 3,29 это мне, это куриная грудка, сейчас сделаю, а это мужу, свинина, карбонат, наверное, вырезка, 5,21, вот такой, ну, я сейчас пропорционно сделаю и заморожу. Так, потом грибы вот такие взяла, не знаю, как они называются. В общем, 2,14, здесь 300 грамм. Сейчас сделаю с кабачками. Просто обжарю с чесночком и с кабачками. Так, соль. А где соль? Соль. А, вот на соль. Йодированная соль всегда покупаю. Морская. Так, она у нас 24 копейки. Чего? А, нет. А, ну да. Господи, думала 5,24. А этот 5,21 это мясо. 81 копейка. Чеснок, вот чеснок, он у нас стоит 400 грамм, евро 89. И бананы взяла, это бананы не канарские, хочу тоже какой-то там бисквит сделать, что-то там ппшно выискал в инстаграме, в общем, буду химичить, поэтому взяла обычные бананы. Я мужа обману, вот эту этикетку сдеру, скажу канарский, пускай лепает, потом скажет, они не канарские. 1,29 стоит килограмм, у меня тут его 200. Вот такие у меня покупочки, сейчас буду обжаривать. Ты что, боишься, что ли? Там все летает, да? А, ну и туалетная бумага. И, в принципе, зачем я и ездила? Да, у меня там все упало нафиг. Я вот тоже... Видите, как все летает. Это я весь повесила свои... О, бля. Бляха-муха. На мои фиалки. Блин, и кактус мой вылез. Блин. Что тут все? Да, это непонятно. Кактусенок, наверное, ему все. Тут какие-нибудь корни. Снег кружится. Живучий собака, блин. Месяц два уже. Вот так вот его. Туда и сюда. Блин, сломались. Сломались листики. И куда-то улетели. А, вон туда улетели. Блин, ну ладно. Люфчик мой тут тоже улетел. Такой вот у нас ветер. Ветер ты могуч, ты гоняешься. Придется опять все пылесосить, потому что когда ветер... Все летает, пылище пипец всему. Тю-тю-тю, там тебе не хватает места, да, ветер все. Вот так, мой милый мальчик такой, рыба моя. Вот, 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 смотрите, как все летает. Нафиг закрою. Мне прям бесит вот это вот летание. Все, все, хватит. А то Чарли боится. Ну, завывает. Блин, белье висит. Висело. Это мужа еда. Здесь еще яйца жареного не хватает. Это моя. Грибы, кабачки и курица. Немного добавила йогурта, типа сметаны. Все это потушилось. Всем приятного аппетита. Какая вам больше нравится еда? Пишите в комментариях вот это или вот это. Это с яйцом, а здесь грибы с кабачками и немного курицы. Это или это? Вот все летает. Прикиньте, я вчера вот эти джинсы. Я вот это все белое стираю с хлоркой. Это на матрасник. Я с хлоркой стираю. Ну и закинула машинку.
И после того, как ночью я начала все это вытаскивать, чтобы повесить, обнаружила там джинсы. Но смотрите, им вообще нифига ничего не случилось. Они как были, так и остались. Что это за хлорка такая, которая не отбеливает нифига? Очень странно. Но и хорошо, что они ничего с ними не случилось, а то бы вообще жалко было бы. В общем, у нас тут ураганище такой, пипец. А еще куда-то интернет делся. Видите, что-то красное горит, все, в общем. Может быть, включить и выключить. Сейчас попробую так. Раньше всегда действовала. Позвонила в компанию, жду. Минут 5 уже жду, там музыка играет. Нет, музыка играет. Что за фигня? Из-за ветра или что, блин? Не люблю, когда что-то не работает. В общем, дела какие у нас обстоят. Позвонила. Ой, что-то мне тут уже весь каргадор разета. Фигня какая-то там нажала, что-то нажала, ничего не работает. Должны мне техника выслать. 24 часа надо будет ждать. Ну а чтобы я не осталась без интернета, как они мне сказали, они мне присылали 10 гигабайт бесплатно. Вот. Para que siempre estés contento, conectado, hemos activado un bonus de 10 гигабайт. Это много? 7 дней будет действовать. Не знаю. Блин, без интернета и не туды, и не сюды. Можно же через телефон этот сделать. У меня-то на работе есть, но он там видео не загрузит. Я один раз как-то пыталась, он там, блин, ему надо 24 часа. Ну, я думаю, что сегодня-завтра все сделают. Главное, знаете, я не такой человек, который сидит и ждет. У меня прям нет интернета, я сразу позвонила. А что ждать-то? Вот видите? Все равно не включается. Блин, жалко. Ну а что делать? Ладно, будем без интернета. С мужем буду общаться. Блин, друзья, вы не поверите. Я сижу просто и офигеваю. Буквально минут 5 назад я вам говорила, что у меня не работает интернет, что мне прислали 10 гигабайт. Вот, чтобы я была с интернетом. Я сижу здесь, значит, думаю, как мне перезагрузить надо было телефон. Единственное, что я сделала, это перезагрузила телефон, чтобы воспользоваться этими 10 гигабайтами, которые мне они подарили. Включила телефон вот этот. И сижу, думаю, как мне перенести мой интернет в этот, в компьютер. И что-то так смотрю вон туда вот. Гляжу, что-то замигало, засияло. У меня интернет появился. Представляете, я, ну, если честно, удивлена. Нет, если я скажу, что удивлена, это мало. 5 минут прошло. Я больше ждала, когда им позвонила, музыку слушала. Вот буквально мне... Я вообще никуда не успела зайти. У меня я схапала 10 гигабайтов. Так еще и на 7 дней у меня интернет появился. Ну, слушайте, ну прям офигеть, да? Офигеть. Во как, бывает же такое. А я все на них, знаете, постоянно злюсь, постоянно ругаюсь, что они работать не хотят, что ля-ля-ля тополя. А тут буквально 5 минут. 5 минут. Я еще хотела, сижу такая, думаю, говорю, ну ладно, если это не действует, пойду сейчас полы помою. Не, ну полы по-любому помыть надо. Я просто офигеваю, что так быстро сделано. Брависсимо, брависсимо. Так жарко, охота окно открыть, но у нас все летает вообще. Все-таки пойду чуть-чуть уберусь. Смотрите, какая грязь после ветра. Все вот это вот выдуло из тех щелей. Все вот эти вот пакетики, листики, все выдуло. И вот такая грязюка. И летает все в воздухе.
пакеты на голову могут свалиться, еще что-то. Ой, не могу, ветроган. Вроде как устих, или я не пойму, иду в той зоне, где нет особого ветра. В общем, не знаю. Но духота. Знаете, я что похолодало, я с этим погорячилась. Жарко. Еще у меня с ветра, наверное, губы все обветрили. Надо сейчас прийти. Не знаю, где моя гигиеническая помада, в каком она месте. В общем, иду сейчас за Чарли. И пойдем опять в парк гулять. Что это за ягоды такие? Ягода малина. Что это такое? Я, конечно, в детстве я бы ее сожрала, но сейчас не рискну. В детстве мы как это, бессмертные. А сейчас уже задумаюсь, надо ли мне это в рот пихать. Видите, все валяется, все валяется, все летает. Солнца нет, я в очках, крутая девчонка. Хотя глазки-то у меня сегодня накрашены. А еще я сейчас у многих замечаю, знаете что? Блин, ветер, сейчас скажу. В общем, многие собачники сейчас носят с собой бутылочку с водой, ну, такую литровую где-то. И вот когда собачка пописает, они, значит, этой бутылочкой там немножко польют водичкой. Смысла вообще никакого не вижу. Это все равно, что какашку взять и размазать по асфальту вот так вот. Потому что какой смысл вот это поливать? Ветер все-таки не утихает. В общем, собачка пописала, да, все это размазали по асфальту. Вот-вот, и как какашка, вот прям вот смысл, ну, то есть вообще нереально как-то. И вот ходят они прям с бутылочкой, с этой вот аккуратненько потом все это поливают. И знаете, многие, да, ой, какие молодцы, их хвалят и все такое. За что хвалить? Просто размазали эту мочу по всей улице и все. Ой. Ветер, ветер, ты могуч, между этими улицами. Так вот дует, где идешь, идешь, нет ветра. Выходишь на какую-нибудь улицу, ураган, так тебе. И волосы на эту сторону. Проходишь улицу, уже на другую сторону уложены. Зашла в фруктовый магазин, купила 4 манго. Представляете, по евро 39 уже продавалось. Но мужчина один что-то возмущался, что ему взвесили дороже, чем было написано. В общем, хочу взвесить и посмотреть, что почем. Может быть, меня тоже обманули. Я за это дала 3 евро 5 копеек. Ой. Так, сейчас. Здесь у нас 2,190. Нет, меня все правильно посчитали. Так что меня не обманули. Представляете уже, какие дешевые. Ну как, это в магазине они под около 3 евро стоят. Если там в Меркадону или еще какой-то. Вот это марокканская фрутерия. Их сейчас много. И они прям пахнут как ароматно. Видите, вот я люблю вот такие, чтобы вот белые в налете были. Это вот значит, что они от нас идут. Но они, конечно, еще зеленые, им еще спеть и спеть. Дня 2, правда. Так что вот такая вкусняшка. Обожаю мангу. Вы любите мангу? Если любите, ставьте лайки. Кстати, если не любите, тоже лайки ставьте. Ну и подпишитесь уже за компанию. Че уж там. А я сейчас себе арбузик отрежу и поужинаю. На завтра хочу приготовить вот эти сосиски. Рецепт у меня есть на канале в плейлисте. Рецепты, в общем, заходите, делайте, все легко и просто. Вот, и быстренько сейчас забацаю, и будет у меня такая вкусняшка. Лук сейчас буду чистить, резать, жарить, в общем, парить, в общем, поехали. Залила вином, накрываю крышкой и оставляю тушить минут на 15, наверное.
А сама пойду красоту смывать. Я этим луком, блин, вся расплакалась. У нас ветроган, слышите, какой. В общем, будет прощаться с вами. До завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.